Евросоюз призвал международное сообщество поддержать украинскую формулу мира. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. По его словам, для достижения мира в Украине необходимо опираться, в частности, на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также мирный план президента Украины Владимира Зеленского. В то же время предложение Китая глава евродипломатии называет неприемлемым. Китай представил свой документ с изложением позиции. Это не совсем мирный план и в основном повторяет известные китайские позиции, некоторые из которых мы разделяем. Конечно, мы проанализируем его, но уже сейчас ясно, что ключевая проблема заключается в том, что он действительно не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на равный уровень. Жозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Если мирный план Украины реализуется, это не только остановит войну, но и поможет ликвидировать негативные последствия российской агрессии во всем мире, считает Владимир Зеленский. По словам президента, важно, чтобы к формуле мира присоединилось как можно больше стран, в частности, Индия и Китай. Наша задача – привлечь абсолютно всех и показать миру, что такое уважение территориальной целостности, устава ООН и права людей на жизнь. Считаю, что чем больше мы привлечем людей со всех континентов, тем больше будет поддержка Украины. Ключевые пункты украинского плана больше всего беспокоят мировое сообщество, а именно радиационная и ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность. По словам экспертов, важным является то, что такой план уже на повестке дня в мире. Война не может тратить вечно. Война не может продолжаться вечно. Мы должны понимать, на каких мы условиях ее завершаем. Каково наше дальнейшее видение мироздания? Стоит вопрос не только победить в войне, но и выиграть мир, собственно, после войны. Очень важно то, что, очевидно, этот мирный план, он дискуссионный. В Европе о нем дискутируют, но важно, что он есть, потому что если бы его не было, нам бы навязывали другие сценарии, написанные не в Киеве, не в интересах нашего государства. В частности, украинскую формулу мира уже поддержали США, ряд стран ЕС и Великобритания. Свою позицию британская сторона зафиксировала в совместной с Украиной декларации, подписанной во время визита в Лондон Владимира Зеленского. Европа не будет в безопасности, пока не будет восстановлен суверенитет Украины и установлен справедливый мир с уважением к правам Украины согласно международному праву и уставу ООН. Поэтому Великобритания приветствует формулу мира президента Владимира Зеленского из 10 пунктов и поддерживает заложенные в ней принципы. Соединенное Королевство готово играть ведущую роль в осуществлении конкретных шагов по реализации плана мира. Декларация между правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и правительством Украины. Также в украинской мирной инициативе готова присоединиться и Турция. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу во время визита в Южноафриканскую республику. Конечно, наша цель – прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше. Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу. Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции. А вот главные торгово-экономические союзники России, Индия и Китай, свое решение на официальном уровне пока не озвучили. Мы должны дипломатически использовать все возможности для того, чтобы надавить на Россию, особенно чтобы ее союзники, то есть торгово-экономические партнеры, а это Индия и Китай, могли дать понять Путину, что он начал эту войну и он должен ее завершить, то есть признать поражение. Для усиления поддержки мирного плана Украина намерена организовать в этом году саммит с участием мировых лидеров. Официальные лица Европейского союза, посетившие Киев, одобрили эту идею. По словам экспертов, важно, что президент Зеленский предложил отправную точку на пути завершения войны. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Сейчас с нами на связи Игорь Рейтерович, украинский политолог. Игорь, здравствуйте. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро.
Вы знаете, в контексте, вот наша коллега вспоминала о мирном плане, так называемом, либо мирной формуле, мирном предложении со стороны Китайской Народной Республики. После появления еще первых месседжей, издание Bloomberg опубликовало тогда их. Мы сейчас отходим от непосредственно нашей темы, мирного плана украинского, формулы мира от президента, который презентовал президент Зеленский и дипломатический корпус Украины. Вот есть альтернативное условное предложение со стороны Китайской Народной Республики в Вашингтоне. Были опасения того, что предложение Китая вызовет интерес у многих стран, которые представлены в Организации Объединенных Наций. Почему я говорю об ООН? Во время пресс-конференции 24 февраля 2023 года президент Украины говорил, что как раз основа для вот этой формулы мира, она будет и должна быть заложена конкретно в ООН. И, возможно, на базе ООН пройдет дальнейшая ее уже имплементация. По вашему мнению, когда придет уже, вот, хотя напомню, резолюция «За мир в Украине» проголосована в Организации Объединенных Наций, когда придет момент непосредственной практической имплементации формулы мира, будут ли определенные разногласия среди государств, представленных в Организации Объединенных Наций? Ведь одна сторона может смотреть на китайскую, вот этот план, может еще какая-то страна представит его, мы не знаем, и на формулу мира украинскую. Давайте, наверное, начнем с того, что вот так называемый мирный план Китая, он по большому счету не нашел какой-то широкой поддержки в других стран, которые входят в Организацию Объединенных Наций. Ну, это объективная реальность. Даже Россия касательно этого плана высказалась достаточно неоднозначно. Ну, некоторые пункты им нравятся, некоторые пункты им не нравятся. Поэтому в этом контексте, мне кажется, альтернативы сейчас тому мирному плану, именно плану, который презентовала Украина, по большому счету нет. Потому что то, что презентовал Китай, это не план, это визия, это какая-то концепция, это какой-то взгляд Китая, даже не столько на войну, которую Россия ведет против Украины, сколько на будущую систему международных отношений. В этом контексте наш план, конечно, очень детализирован. Помимо того, что там есть 10 основных пунктов, каждый пункт детально расписан с конкретными механизмами, инструментами реализации, достижения целей, маркерами и критериями, по которым будет считаться, что тот или иной пункт, соответственно, выполнен. Поэтому я думаю, что по состоянию на сегодня вряд ли какая-либо альтернатива этому плану существует. Вопрос, ну, теперь исключительно в том, насколько он будет уже внедряться непосредственно в жизнь, то есть какие страны готовы будут выполнять не просто там отдельные пункты этого плана, а вообще выскажут свою поддержку той инициативе, с которой выступил президент Украины. По состоянию на сегодня, ну, с осторожным оптимизмом можно говорить, что большинство стран, как минимум, этот план поддерживают. Возможно, у них есть какие-то уточнения касательно тех или иных пунктов, но эти уточнения могут решаться, ну, непосредственно в процессе уже реализации этого плана. И еще один важный момент. Здесь нужно, конечно, понимать отправную точку, когда этот план непосредственно может реализовываться. Конечно, это в значительной мере зависит в первую очередь от наших вооруженных сил, от того, как они быстро будут деоккупировать те территории, которые пока временно контролирует Российская Федерация, поскольку все-таки военно-политический аспект, он в этом плане является центральным. С другой стороны, Украина впервые, наверное, за последние несколько лет представила миру вообще видение новой системы в определенной мере международных отношений, которая базируется не только на принципах Организации Объединенных Наций, но и в том числе дает ответы на вопросы возможной какой-то эскалации в будущем со стороны определенных стран. Что тут этот же план на самом деле по некоторым пунктам можно читать, подставляя вместо Украины любую другую страну, которая заинтересована точно так же в гарантиях безопасности или в решениях проблем, которые связаны с продовольственной, ядерной или, например, энергетической сферой. И вот в этом контексте это очень важная визия вообще будущего и тех принципов, на которых это будущее должно строиться. Поэтому сейчас надо вести работу в первую очередь касательно презентации этого плана. Возможно, уточнение, усовершенствование его отдельных положений, поскольку я еще раз подчеркну, что, конечно, разные страны могут иметь какие-то свои позиции по поводу тех или иных пунктов, но это нормальный предмет для разговоров, нормальный предмет для коммуникации, обсуждения, ну и выхода на какую-то общую позицию, которая позволит, с одной стороны, Украине реализовать этот план и обеспечить ключевые задачи для нашей страны, такие как суверенитет, территориальная целостность, так и, с другой стороны, другим странам позволит с уверенностью смотреть в будущее и, в принципе, планировать свои действия, исходя из того, что ключевые проблемы, которые их волновали, они так или иначе будут решены, либо будет понимание, по крайней мере, как их решать.
Игорь, я хочу еще коротко буквально вернуться одним вопросом, скажем так, к китайскому мирному плану, который был предложен. Дело в том, что время от времени уж приходится нам еще также следить за тем, что в так называемых средствах массовой информации в Российской Федерации публикуют, какое мнение там излагают. Так вот, там все чаще появляется мнение о том, что якобы, если Соединенные Штаты Америки, даже не Украина, а Соединенные Штаты Америки отвергнут мирный план, то Китай, в свою очередь, сможет едва ли нелегально поддерживать Россию, и, мол, ему за это ничего не будет. Вот очень хочется, чтобы вы высказали свое экспертное мнение по этому поводу. Ну, у россиян всегда было плохо с причинно-следственными связями. То есть каким образом отказ от мирного плана Китая развязывает Китаю руки с точки зрения военно-технической либо какой-то другой поддержки России, вообще непонятно. Что, кстати, характерно, я тоже посмотрел российские паблики и СМИ, особенно в первые дни после публикации плана, они откровенно манипулировали и инициировали некоторые пункты этого плана, которые их, ну, максимально не устраивали. Например, касательно территориальной целостности или касательно ядерного оружия, уже что там было записано. То есть они всячески избегали цитирования этих пунктов, поскольку они, ну, они, мягко говоря, не очень выгодны для Российской Федерации. То есть россияне сейчас просто пытаются выдать желаемое за действительное и пытаются провести какую-то странную параллель, что вот Китай таким образом развяжет себе руки в контексте помощи России. Но на самом деле надо понимать одну очень важную вещь. Этот план китайский, который был презентован, он презентован не для Украины и тем более не для России. Он действительно был презентован в первую очередь для Соединенных Штатов Америки, потому что Китай считает, что именно с США они должны вести какие-то разговоры о двухполярном мире в будущем. Они про это откровенно говорят, они про это делают какие-то прямые заявления, что вот будут Соединенные Штаты со своими союзниками и партнерами. И будет Китай со своими младшими партнерами и вассалами. Ну вот какая роль в этом плане отведена России, тут несложно догадаться. Ну по максимуму это может быть там младший партнер, хотя судя по последним тенденциям, это рано или поздно будет такой, знаете, вассал, который просто превратится в ресурсную базу для Китая. Поэтому россияне зря сейчас там пытаются найти для себя какие-то плюсы или минусы. Они, видимо, не могут смириться с тем, что по большому счету как раз Россия в контексте войны, которую она ведет против Украины, фактически потеряла уже свою субъектность и по многим вопросам к ее мнению просто не прислушивается и не собирается этого делать в будущем до тех пор, пока там не будет адекватная власть, которая способна будет договариваться с другими странами и не вести захватнические какие-то войны. Вот поэтому в этом контексте, мне кажется, Украине не стоит волноваться, что там, план Китая, знаете, перебьет как бы наши какие-то мирные инициативы или к нему будут больше склоняться какие-то там другие страны. Ну, в силу просто объективных обстоятельств этого не будет. Мы это уже увидели. Кстати, обратите внимание, Китай особо даже тему с этим мирным планом сейчас уже не педалирует. Он выполнил задачу, которая перед ним стояла. Они его озвучили, про себя напомнили, а теперь будут заниматься несколько другими вещами. В Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики проговаривают вот этот аспект, подписывая посты, по крайней мере, в Твиттер, такими вот, не знаю, как это интерпретировать, такие подписи, кто способствует миру, а кто разжигает напряженность в Украине, ответ довольно очевиден. Ну и далее идет комментарий Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики. Ну и я думаю, что в Пекине, возможно, не слышали президента Зеленского, представителей дипломатического корпуса, нас с вами, политологов, журналистов, без Украины об Украине не будет. Не будет. Ну, на этом точка, как мне кажется. По-другому быть невозможно. О формуле мира детальнее, которая представлена была украинским президентом, украинскими политиками. Напомню нашим зрителям, что предложенную Зеленским формулу мира уже поддержали Евросоюз больше 10 стран мира. Среди них такие топ-государства, если говорить о экономической составляющей, военной составляющей всего мира, это Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и Канада. Состоит мирный план Украины с 10, напомню, пунктов. Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава Организации Объединенных Наций, восстановление территориальной целостности и мирового порядка, вывод российских войск с территории Украины, а также прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, а также официальная фиксация окончания
войны. Я напомню, что в офисе президента Украины, а также непосредственно сам глава государства, говорил о том, что в принципе странам может быть предложена и уже предложена такая формула, простите за тавтологию, и работу. Вы берете один пункт, к которому вы имеете там наибольшее отношения в военном, гуманитарном, экономическом плане, и им занимаетесь. Возможно, вот именно вот такая, прозвучит, может, слишком сильно, но тем не менее, раздача заданий пройдет на мирном саммите, о котором мы в том числе с вами вспоминали. Мирная конференция, мирный саммит, о которой говорил президент и весь дипломатический корпус Украины. По вашему мнению, насколько реальная значимость и влияние будет иметь вот эта мирная конференция, которая необходима для обсуждения детального этой формулы, представленной президентом Зеленским? Ну, я считаю, что такая конференция будет, это абсолютно реальная история. Я объясню, почему. Тут вопрос, кстати, даже не столько в Украине, ну, при том, что, понятно, наш вопрос будет центральным на этой конференции. Конечно. А в том, что Россия этой войной подорвала вообще мировой порядок и мировую систему безопасности. И так или иначе, другим странам надо будет думать, как строить новую систему. Какой она должна быть, как создать новые предохранители, которые не позволят в будущем странам, подобным России, ну, с авторитарными режимами и не, еще тем более там, с ядерным арсеналом, делать то, что делает, в принципе, Россия сегодня и делает, по большому счету, с 2014 года. Тогда мир в какой-то мере проигнорировал те угрозы, которые возникли, и надеялся, что Путин на чем-то остановится и не будет делать какие-то дальнейшие шаги касательно войны против Украины, эскалации вообще ситуации в Европе и так далее. Оказалось, что мир как раз ошибался, а Украина, которая говорила с 2014 года, что они так или иначе опять нападут, была права. И в этом контексте, конечно, вот эта мирная конференция, она должна решать практическую задачу, которая связана с окончанием войны России против Украины, выводом войск, репарациями, наказанием виновных, созданием международных трибуналов. И у нас параллельно с этим идут процессы как раз их создания. И с другой стороны, это конференция должна уже очертить основные контуры будущей системы международной безопасности и международных отношений. В этом объективно заинтересованы все страны большой семерки, большой двадцатки, ну хотя там не двадцатка, там 19 стран, потому что Россию как бы мы не будем уже туда относить. И все остальные, которые хотят понимать, как дальше будет жить мир, по каким правилам, и что должны быть какие-то незыблемые принципы, которые ни одна страна не сможет нарушать. И вот исходя из того, что есть объективная потребность в переформатировании и усовершенствовании системы международной безопасности, я уверен, что будет и конференция, и на этой конференции на самом деле очень внимательно будут рассмотрены некоторые пункты, которые касаются даже не столько Украины, сколько именно системы международных отношений. Ну вот, например, продовольственная, энергетическая, ядерная безопасность — это вопросы, экологическая безопасность в том числе, это вопросы, которые интересуют всех. И, конечно, в первую очередь интересуют те страны, которые в силу своего географического положения граничат с Российской Федерацией или находятся от нее на небольшом расстоянии и понимают, что те действия, которые совершает Россия, могут непосредственно на них отобразить. И вот в этом как раз ключевой потенциал нашего плана, он дает ответы на многие вопросы, которые интересуют другие страны. И, кстати, этого нету, например, в том же мирном плане Китая, поскольку там эти вопросы не упоминаются. И я думаю, что количество стран, которые поддерживают мирный план Украины, оно просто будет увеличиваться достаточно серьезно. А потом, когда уже начнутся разговоры о формировании новой системы, какая-то часть пунктов нашего мирного плана, безусловно, лягут в их основу. Понимаете, потому что нравится это кому-то или не нравится, но Украина в силу объективных обстоятельств в ближайшие 20 лет как минимум будет одним из ключевых игроков, акторов, субъектов, называйте как хотите, вообще всей системы международной безопасности. Как, в Европе так точно, а поскольку Европа определяет, что происходит в другом мире, соответственно, будет влиять и на международные процессы. Игорь, пару минут у нас остается, тем не менее, мы сейчас высказали о близлежащих к Российской Федерации странах, и мне вспоминается визит госсекретаря США Энтони Блинкена в страны Центральной Азии, в Казахстан. Он будет встречаться с представителями этих государств. Эти страны, напомню, они считаются, по крайней мере, в Москве колониями Российской Федерации. По-другому я не могу назвать их политику региональную. В то же время в Украину приезжают представители Саудовской Аравии. Представители Центральной Азии, близлежащих к Российской Федерации стран, и, к примеру, представители Ближнего Востока. Увидим ли мы их на мирной конференции? Зачем они там
нам нужны? Давайте объясним. У нас буквально полторы минуты. Ну, они, безусловно, там нужны. Страны бывшего Советского Союза, давайте так, мы сейчас видим, что у них начинается конкретный крен от стороны России в сторону других стран. Потому что Россия показала себя ненадежным партнером, который, извините, плевать на проблемы этих стран. У них главная проблема — это Украина. И они ее решают и забывают о всех обязательствах, которые они брали перед теми странами. И они начинают искать себе более новых как бы союзников. И понятно, что они захотят играть какую-то важную роль в системе международных отношений, более субъектную роль, и поэтому для них эта мирная конференция может быть определенной возможностью для того, чтобы себе напомнить. Что касается других стран, вот о которых вы вспоминали, и представители которых сейчас приезжают в Украину, этот регион достаточно длительное время для нас был своеобразной terra incognita. И очень хорошо, что сейчас эта ситуация меняется. Почему? Потому что это тоже альтернативный центр влияния на те или иные процессы, как минимум регионального уровня. И, конечно, эти страны, поскольку они заточены на торговле нефтью, например, либо какими-то другими ресурсами, они заинтересованы в стабильной, прогнозируемой системе международных отношений и международной безопасности. И поверьте, им очень не нравятся те вещи, которые делает Российская Федерация. Потому что она им не позволяет нормально жить, нормально торговать и нормально развиваться. Они хотят прогнозировать на 20, 30, 50 лет вперед. А с такими странами, как Россия, это невозможно. Поэтому, конечно, я уверен, они обязательно будут брать участие в подобной конференции, выступать с какими-то своими инициативами и явно поддерживать те пункты, ну часть как минимум тех пунктов, которые были озвучены Украиной и которые касаются международных отношений. Безусловно, украинская формула мира, она нужна не только Украине, она нужна всему миру и нужна была еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации. Благодарим вас, Игорь, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Зрителям напомню, что Игорь Рейтерович, политолог, был с нами на связи.